Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас необычная машинка на обзоре. Не потому, что это Matchbox, а не Hot Wheels, как всегда, а из-за самого автомобиля. Я вообще не покупаю Matchboxы, точнее не покупал до этого момента, но именно из-за этой модели решил, что можно купить его. Потому что это является, можно так сказать, премиум, если, ну, Hot Wheels премиум, а у них как бы тут написано Matchbox, вот такой значок металл. Вот, то есть машинка на резиновых колесах, такая, она достаточно увесистая такая будет, но раскрывать я не буду. Потому что у каждого коллекционера, я думаю, тот, кто увлекается таким, должно быть, как знаете, ну, не правило такое есть, а, ну, негласное правило, что вот должны быть и запакованные машинки такие тоже, как и обычные машинки, так и премиум, так и вот такие запакованные, потому что они будут всегда в идеальном состоянии. То есть их, если никогда не распаковывать, ну, это так понятно, то они будут в идеальном состоянии. Ну и за картинки также. Интересно, тут визуал, конечно, красивые матчбокса также, а у Hot Wheels не очень, Hot Wheels только в премиум модельках интересные, такая визуальная часть самой упаковки, ну и машинки, естественно. Вот что по поводу этого Мерседеса, почему я решил взять именно его, первый матчбокс, потому что у Hot Wheels такого нету. У Майбокса также есть соответствие с настоящим этим Мерседесом 220 SE. И это гонщица Эвери Квист, которая в 1962 году выиграла Гран-при Аргентины, все 6 этапов. Это, как видите, первая женская команда, которая выиграла Гран-при. Ну вот команды Mercedes пошла 4 команды, 3 мужских и 1 женская. И вот 3 мужских выбила команды на отборочном этапе, а женская, вот эта вот с Эвери Квист, прошла дальше. И впервые они выиграли все 6 этапов. Ну так Гран-при просто. Такая гонка, что там несколько этапов разбивают, и винившие все 6 выиграли. Ну и, конечно же, саму гонку они тоже выиграли. И даже на 3 часа, на целых 3 часа опередили команду, которая была на втором месте. И поставила рекорд там по средней скорости, по-моему. Да, точнее, точно они поставили рекорд по средней скорости за всю гонку. И номера соответствуют, 711, если посмотреть настоящие фотографии, то там будет, ага, да, вот 711 на капоте, на багажнике и сбоку здесь тоже был. Ну и белая крыша, да, потому что в Аргентине, это аргентинская гонка была, 4600 километров по жаре, и для этого сделали белую крышу, чтобы не так жарко было в машине. Поэтому машинка уникальная, ну, сам автомобиль и модель этого автомобиля уникальны. Ну, тем более, что это, ну, считается премиум, здесь написано. Так что очень интересно. То есть такая моделька, я ее раскрывать не буду. Как уже говорил ранее, пускай будет она в таком запакованном, где ты ее спрячешь, чтобы попугаи не погрызли упаковку здесь, вот, эту красивую. Так метись останется она. Легко было ее найти, все тоже быстро ее раскупают, и она находится, спросил, там продано, но все-таки удалось ее найти в итоге.
Ну, немножко не прорисовано спереди, сзади, но в принципе ничего страшного. Все равно как бы модель соответствует настоящему автомобилю. Это радует. Даже очень. Ну и упаковка также красивая. Не хочется просто ее раскрыть и выкинуть. Она чисто даже из-за этой упаковки красивой. Из-за того, что автомобиль хочется сохранить в таком запаке, чтобы он остался, ну, в идеальном состоянии, просто так смотреть на него через эту пластмассовую прозрачную коробочку, даже, мне кажется, лучше, чем его сейчас порвать и выставить. Так что вот такие вот дела, друзья. Всем спасибо за просмотр, до свидания.